сияние солнца и вкус воды, бархат трав и дыхание морских глубин. Все многоцветие мира открывают нам пять чувств. Это нам, людям. Но так ли в животном мире? Может быть, существуют иные способы обмена информацией? Способы, которые нам недоступны, или неосознаны нами, или утеряны на ступенях эволюционной лестницы? Все чувства настороже у Катрана, черноморской акулы, когда выходит она на охоту. Слиться с фоном, стать невидимой – это тактика Камбалы. Попробуй отличить ее от россыпи гальки на дне. Что же выдало хитрую Камбалу? Глосик. Близкий родственник Камбалы. Опасность. И он стал невидимым. Что же выдало рыбу? Ученые предположили, тело жертвы излучает какие-то сигналы, эманацию страха. Два аквариума надежно изолируют хищника от жертвы. Не увидеть, не услышать друг друга они не могут. Опустим одну пару электродов в аквариум с глосиком, вторую в бассейн к Катрану. Проверим. Может быть, Катран ловит электрические сигналы, возникающие при дыхании рыб? Хищник начал охоту. Он будто увидел свою жертву. Это же доказала и кардиограмма Катрана. Вот запись его пульса в обычном состоянии. Опустим электроды к Камбале. Сердце Катрана забилось учащенно. Он уловил электрические сигналы Камбалы. Катран атакует. Так было доказано. Эманация страха – невидимые электрические сигналы. Их Катран улавливает на расстоянии. Многочисленные наблюдения подтвердили. Катран не исключение в мире рыб. И даже не самый ловкий охотник. Живет в Черном море электрическая рыбка, звездочет. У него есть собственная электростанция. Звездочету не приходится гоняться за своей пищей. Зарылся в песок, выставил как приманку язык. Только бы заметила рыбка. Электрический разряд и есть добыча. Но бывает и так. Приманку увидел краб. Звездочету с ним не сладить. Разряд в 20 вольт. Противник бежит. Опасность миновала. Но место охоты лучше сменить.
электричества и рыбы. Может ли человек использовать удивительные способности обитателей моря? В аквариуме создано электрическое поле. Пока напряжение невелико. Увеличим силу тока. Рыб влечет к плюсу. Создадим еще более сильное поле. Ни одна рыба теперь не может противиться невидимой силе. Таинственный зов электрического поля. Этому чувству подвержены все рыбы в морях и океанах, реках и озерах. Так было установлено. Обитатели подводного мира пользуются электричеством для передачи информации, для защиты и нападения. Но это в подводном мире. Может быть, и на Земле животные владеют чувствами, неизвестными нам, людям. Потомки гигантских ящеров. За долгие годы эволюции они растеряли все. Былую силу, мощь. Они уступили теплокровным животным лучшие участки континентов. Неужели все утеряв, они ничего не приобрели? Гадюка. Тоже потомок древних рептилий. Но как изменилось? Когда-то у ее предков были ноги. Теперь даже передвигаться стало иначе. Зато разве могли ее могучие четвероногие предки вот так ускользать в любую щель? Не та сила? Тоже не беда. У гадюки острые зубы и смертоносный яд. Это оружие пострашнее. И еще одно важное приобретение. Змея научилась ловко охотиться в полной темноте. Замечено. Каждый раз в такой охоте ее жертвами становятся теплокровные. Этот эксперимент поставлен для проверки. Может ли змея обнаружить тепло? Исследователи заклеили щитомордику все известные органы чувств. Может быть, змея обладает каким-то шестым чувством? Чувством, улавливающим именно теплокровных? Теплым воздухом надули шарик и поднесли к змее. Уловит ли она тепло, не видя шарика? А если показать черный колпак, подогретый лампочкой? Вот они, следы яростного укуса.
Это реакция на тепло. Накроем хомячка стеклянным колпаком. Поместим рядом шарик, наполненный теплым воздухом. Хомячок не вызывает у щитомордника никакого аппетита. Только тепло. Вот что влечет змею. Как же змея чувствует тепло? Все известные органы чувств в наших опытах были исключены. А эти ямки? Заклеим и их. Сомнений нет. Ямки – орган видения в тепловых лучах. Мы отключили шестое чувство щитомордника. Так видим хомячка мы. Его изображение в тепловых лучах. Мы будто смотрим на хомячка глазами змеи. В тепловых лучах хомячка и не отличишь от лампочки под колпаком или надутого теплым воздухом шарика. Можно и перепутать. Но в природе никто не станет соблазнять змею теплым шариком. Шестое чувство никогда не подводит змею. Преимущество теплокровных змеи обратили себе на пользу. Так удалось доказать. В мире животных существуют способы обмена информацией, которые не присущи нам, людям. А как же в мире растений? Есть легенда, что в ночь на Ивана Купала светится папоротник. Светится в темную воробьиную ночь. Миф, легенда. А все-таки... Этот снимок получен не в ночь на Ивана Купала. Его сделали в обычный летний день в лаборатории. Электрический разряд высокой частоты заставил лист ярко светиться. Беспристрастная фотография показала, каждое растение светится по-своему. Это свечение только что сорванного листа. Так светится увядающий лист. Свет будто рассказывает что-то очень важное.
что значат эти сигналы. Раскрыть тайну свечения помогли сверхчувствительные приборы. Они уловили свет растений даже в обычных, естественных условиях. Более того, было доказано, яркость свечения, его цвет, меняются в зависимости от состояния растения. Камера, где можно воссоздать условия жаркой пустыни или крайнего севера. Цель эксперимента – установить, какую предельную температуру может выдержать это растение. Температура в камере поднимается. 30, 35, 40. 43 градуса – температура, при которой растение гибнет. По характеру сверхслабого свечения – удается судить о многом. В каких условиях жили предки растения? Здорово оно или нет? Как оно переносит жару или холод? Сверхслабое свечение несет огромную информацию. Сегодня можно утверждать, все живые организмы излучают свет, сообщают друг другу о жизни и смерти. Световой язык клеток. Самый древний биологический язык. Сколько в нем еще тайн и загадок. Загадок, которые появляются на горизонте науки как предвестники великих открытий.